Умолчать о трагедии, постигшей азербайджанский народ 29 лет назад, невозможно. Теме ходжалинского геноцида посвящено немало произведений искусства. Каждый по-своему пытается передать все свои чувства, переживания. В лютеранской церкви состоялась запись концерта, где приняли участие талантливые музыканты страны. Это мероприятие организовано в рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии «Гэнчлэрэ дэстэк» при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Хочу отметить, что такого рода мероприятия проводятся каждый год в преддверии трагической даты. Молодые музыканты, принявшие участие на концерте, отмечают, что вместе с болью и печалью о тех страшных днях они готовы показать в своих произведениях и чувства гордости азербайджанской армии, продемонстрировавшей силу и отвагу во время Отечественной войны. Мы своим выступлением пошли память павших во время геноцида Ходжалы. Мы как молодежь, мы обещаем, что никогда не забудем наших шахидов и наших героев. Эта трагедия навсегда останется в памяти народа. Сотни зверски убивших женщин, детей, стариков, тысячи беженцев, оставшиеся без родных и близких. Спустя 30 лет наши земли освободили. Наши земли были освобождены великой азербайджанской армией. Дворцы горят, дома горят, плывают в небе облака, свергая вниз грома горят. В рамках мероприятия также была организована выставка работ юных художников, которые в своих произведениях выразили свое отношение к геноциду Ходжалы. Альбина Абдрахманова, Наиб Гаджев, CBC.